На улице Костромской во 2:00 ночи вспыхнула Toyota Ranks, припаркованная возле 5-этажного дома. Пожарных вызвал проезжавший мимо таксист. Внимание автомобилиста привлекли языки пламени, вырывавшиеся из-под капота иномарки. Спустя пару минут спасатели уже были на месте. Пожарная часть расположена на соседней улице. Успели вовремя. Если в двигательном отсеке огонь уже похозяйничал, то добраться до салона ему не дали. Частично оплавился лишь пластик приборной панели. Прибежал к обгоревшей машине и ее хозяин. По мнению автовладельца, единственной вероятной причиной пожара был чей-то злой умысел. Подожгли, наверное. Вы заметили сразу? Да, сигнализация ничего не сработала. Машину мужчина купил недавно, и каких-либо проблем с электропроводкой в автомобиле не было. На умышленное вредительство указывали оставленные пламенем следы. Огонь появился между лобовым стеклом и капотом, будто кто-то плеснул в вентиляционную решетку горючей жидкости. А вот кто и зачем это сделал, хозяин Toyota сходу сказать не смог. Ни конфликтов, ни угроз, которые могли бы повлечь за собой такую имущественную расправу, горожанин не вспомнил. Единственное, что пришло в голову, так это обычные дворовые войны за место парковки. Тем более, что конфликты на этой почве, по словам погорельца, здесь не в новинку. С места происшествия Денис Коршунов, Евгения Куликова и Павел Рогатин.